государственный флаг Республики Южная Осетия и знамя вооруженных сил. Первую знаменную группу возглавляет командир взвода роты почетного караула, гвардии лейтенант Андрей Терлихов. Праздник, который касается каждого жителя нашей маленькой республики. 20 сентября – день провозглашения республики, одна из трех знаковых дат в борьбе остинского народа за независимость. Благодаря упорству и безмерному желанию наших ребят в те годы область была преобразована в республику. Тогда была принята и декларация о государственном суверенитете, которая дала толчок развитию нашей республики. Сегодняшний день для всего нашего народа отмечен особой, значимой и торжественной исторической датой. Сегодня исполняется 30 лет со дня провозглашения Республики Южная Осетия. 20 сентября 1990 года народными депутатами Южной Осетии были приняты постановления и декларация о государственном суверенитете, которыми Юго-Осетинская автономная область была преобразована в Республику Южная Осетия. Возрождение суверенной государственности нашего народа явилось взвешенным и глубоко обоснованным актом самоопределения. Значимую дату для всего народа традиционно отметили и на Театральной площади праздничным военным парадом. Ровные линии парадных расчетов и знаменных групп, механизированные колонны и другие элементы парада были показаны на главной площади республики. По главной площади столицы проходит знаменная группа и парадный расчет курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Абхазия. Возглавляет знаменную группу майор Игорь Нинуа, знамя в руках сержанта Ахмата Агба, ассистенты курсант Сатли Джарсалья и младший сержант Станислав Чачибая. В этом году наряду с парадными расчетами Министерства обороны и Министерства внутренних дел Республики показательное выступление перед трибуной продемонстрировал военный оркестр отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации Республики Дагестан. Многолетняя борьба за независимость, тяжелые годы испытаний и войн – пройденный этап. Сегодня у нас есть возможность радоваться мирному небу и быть свидетелями торжественного парада. С окончанием последних аккордов оркестра Театральная площадь наполнилась жителями республики, которые поздравляли друг друга. Сегодня в нашей стране хороший праздник. Я поздравляю всех, своих друзей, своих родных и всех, кто здесь живет. Я хочу, чтобы этот праздник был чаще, и чтобы в стране больше не было зла и войны. И мне бы хотелось пожелать всем жителям нашей республики процветания, радости и взаимопонимания. Пусть люди в этой маленькой республике живут радостно и счастливо. Праздничная программа продолжилась торжественным собранием в здании Государственного драматического театра с участием гостей и приглашенных делегаций из братских республик. Яна Плива, Азамат Кудзев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.